воспитывали по канонам религии. Когда наступали сложные времена, главное, что мне помогало, музыка. Там я интересно, чувствую себя как дома. Фестиваль называется «Wacken». Это фестиваль всех жанров музыки, которые имеют какое-то отношение к хард-року или к хэви-металу. И я должен сказать, что помимо десятков групп, которые я вижу, например, на экране впервые, здесь еще такие классики жанра выступают, как там Deep Purple, например, или Motorhead во главе с прекрасным бородавчатым Лемми Килминстером. Вот. Ну и, конечно, красавцы Рамштайн, от которых просто глаз не оторвать. Фильм снят преданными этому жанру людьми, влюбленными в хэви-метал, для групп, которые играют в стиле хэви-метал, и всех поклонников этих групп, которые съезжаются каждый год на этот фестиваль. А надо сказать, что на фестивале объявляется продажа билетов, и за два дня билетов вообще нет. То есть это традиция, это ритуал. Люди приходят туда абсолютно точно с ожиданием того, что они должны получить, и получают именно этот шквал, такой тайфун, ураган эмоций и радости. И я должен сказать, что вот сколько жив этот жанр, столько существует какой-то подсознательный страх, особенно у родителей и у людей пожилых, умудренных, убеленных сединами, в том, что если ребенок впал вот в подобный маразм, то с ним что-то не так. Тут главное, и фильм как раз этот четко очень показывает, что это выхлоп эмоций. И люди, которые стекаются на этот фестиваль и там дают волю своей радости, счастью, агрессии, желанию попрыгать, всему чему угодно, они в жизни как раз выходят из этого фестиваля и становятся милыми, нежными, трогательными, общительными людьми, которым не надо эту агрессию выплескивать в обществе. То есть, по сути дела, экстремальные жанры музыки – это всегда психотерапия для общества. Вот это важная вещь, которую, мне кажется, уже понемногу понимают и в нашей стране. И я надеюсь, она станет очевидной для всех. Особенно, когда наблюдаешь каких-нибудь веселых седовласых бабушек, которые вместе со своими детьми бодро прыгают и колбасятся прямо в первых рядах под какую-нибудь группу, одетую в маски черепов и рубящих какой-нибудь панк-рок. Это очень забавно смотреть, но понимаешь как раз психотерапевтический смысл. Хотите понять своего ребенка? Едьте с ними на Wacken. Пока в каждом из наших городов не случился конец света по какой-нибудь другой причине, сходите на рок-апокалипсис, выплесните свои эмоции, получите заряд энергии и выходите на улицу просветленными и счастливыми. Рок-апокалипсис 3D.